right, y'all, say what you wish, say what you want about this man, Putin, but I don't know. After what I just heard and what I just seen in this little short video, Putin preaching. Check this out. И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи. Oh, just in case you are wondering who he's talking about us. Культурной и национальной идентичности. Извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России, и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать, ну посмотрите, Look, y'all, this is indicting. This is bad. This ain't a good look, folks. This is not a good look whatsoever. Видите, у меня священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья... Do you see this? Do you see what this man is saying? Including that the family is the union of a man... And a woman. I mean, talk about dissing the United States. And we want to act like we are a moral nation. Like I said, say what you want to say about him, but on this point here, he's spot on. Я это союз мужчины и женщины. Но и эти. I'm going to tell you right now, if I were there, I'd be clapping too. I'm just saying. Но и эти. Священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Но вот, как стало известно, англиканская церковь, например, планирует, правда, пока только еще, рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Что скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят. Wow. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблема, как я уже сказал. А мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. What else can you say about that? You gotta say what this man has just said about us as a country is right. But that's just my thoughts. Let me know what you think. I'm trying to see something.